Молитва и труд – основа жизни монахов. А в Николо-Ослобинском женском монастыре в Ярославской области начали сбор урожая. На монастырских полях сестрам помогает студентки Первого православного колледжа. Старшее поколение наверняка помнит то время, когда студентов по осени массово отправляли на уборку картошки. Таким образом, молодежь не только приобщалась к сельскому труду, но и весело проводила время, сплачивался коллектив. Этот романтический месяц на картошке потом помнился его участниками всю жизнь. Студентки Первого православного колледжа также принимают активное участие в ежегодном сборе урожая на монастырских полях. Первый раз собирать картошку я попробовала на Сольве. Мне это очень понравилось. Сплоченный коллектив, мы все вместе трудимся, собираем. До этого мне приходилось только окучивать картошку. Это очередная возможность познакомиться поближе со своими однокурсницами и одногруппницами. И потрудиться вместе во славу Божью. В монастыре всегда ценно послушание. То есть молитва и труд – это всегда такие два сильных крыла, которые держат человека. Но особенно, когда послушание совместное, как вот сегодня, например, на это большое поле, пришли студентки со всех отделений и собирают картошку. Они видят, как плоды эти достаются, и когда это совместно, чувствуется сила. Это так радостно, весело и в то же время познавательно.